Фильмы национальной телерадиокомпании «Чуваши» показали в загородном лагере. Зрителями специального сеанса стали дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Специализированная смена проходит в лагере «Романтика» Урмарского округа. Мастер-классы для ребят здесь проводят кинологи, спасатели, сотрудники Республиканского центра медицины катастроф. Служба кинематографии приехала к детям с премьеры этого года картиной «Один из нас», которая рассказывает о том, как Иван Яковлев создавал чувашский алфавит. Также на специальном киносеансе показали короткометражный фильм об авторе герба и флага Чуваши Эле Юрьеве. Ребята рассказали, что узнали немало интересных подробностей о выдающихся земляках.